Наталья Ключникова бережно хранит все, что осталось от родителей. И то самое свидетельство о регистрации брака, выданное в столице побежденной Германии, и фотографии, и награды. Я помню, как они рассказывали, что как они познакомились. Они служили в одном полку, авиаполк. Вот. И ехали поступать в партию. То есть один ехал уже, как говорится, за партийным билетом вручения, а другой как в кандидаты в партии. Авиаполк перебрасывали по разным фронтам – прибалтийский, белорусский. За то, что моточасть капитана Нагнебеды смогла обеспечить бесперебойный подвоз горючего и снарядов сразу двум авиаполкам под Кёнигсбергом, капитан был награжден орденом Красной Звезды. До 49 года они находились в Германии. Конечно же, молодые супруги-однополчане успели расписаться на Рейхстаге. Мама рассказывала, отец тоже рассказал, что да, вот кроме того, что как они и брак зарегистрировали, что они, да, когда вот победа была, вот они ходили по Берлину там везде, и даже вот тоже к Рейхстагу подходили, тоже где-то ихняя там тоже роспись осталась. После расформирования части в 60-м году родители приехали на родину Михаила Семеновича в Анапский район. Отец был мастер золотые руки, инициативный и находчивый. Стоит металлическая рама, он говорит, это наша машина, я сидела как ребенок, естественно, была удивлена. А вот он говорит, да, это наша машина. Ну и потом через какое-то время он приезжает на этой машине, ГАЗ-67 вроде так, насколько мне память не изменяет, вот такие военные машины, вот он на этой машине сам своими руками собрал. Под стать родителям их единственная дочь Наталья Ключникова. 12-й микрорайон для нее родной, как и Анапа в целом. И она делает все от нее зависящее на своей общественной работе, чтобы курорт стал еще чище и краше. Гордится, что в краевом конкурсе ТОС заняла первое место и теперь на премиальные 500 000 рублей оборудуется спортивная площадка в ее микрорайоне. Город воинской славы Анапа готовится отпраздновать День Победы. Главный праздник для Натальи. И эту мысль она старается донести до своих детей и внуков. Для нас, да, в семье, вообще в народе, везде, я считаю, у всех, у россиян, в Советском Союзе, для россиян это было самое, считается, даже больше, чем у кого-то день рождения. Это самый, как говорится, праздник, самый великий праздник, я считаю, это у народа, да, победа.